Еще раз Здравствуйте. здравствуйте, Олег. Здравствуйте. 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 Ждать не будем. 15 лекция. Функциональные схемы. Это у нас последняя лекция. Одна из основных приложений. Болевых функций лежит в области создания схемы функциональных элементов или функциональных схем, которые можно реализовать в виде электронных устройств с конечным числом входов и выходов. Причем на каждом входе и выходе может появиться только два значения. Такие устройства собраны из функциональных элементов, генерирующие основные болевые операции. Стандартные обозначения основных функциональных элементов показаны вот на этом рисунке 9.8. Схема или первый, схема не отрицания, схема и. И схема не и, отрицание и. Ну или это логически считается, это дисъюнкция и конъюнкция, не отрицание. И здесь отрицание дисъюнкции уходит. Это стандартное обозначение функциональных элементов, которые используются для создания схем. Вот у всех, кроме них, два хода А и В. Ток подается через А и В. Выход один. Вот и не и у них одинаковые. И не один подается, и выход отрицания уходит.
Das ist nett, aber verbraucht mir tatsächlich sehr nett. Im Grund, die ist der Kind nicht mehr kommt. И здесь тоже такой же знак стоит. Это означает и не и. А здесь таких знаков нет. Это стандартные обозначения функциональных элементов. Соединяя функциональные элементы вместо мы получим функциональную схему. С ее помощью можно реализовать любую булевую функцию. Пример 9.8. Что получится на выходе функциональной системы представления рисунка 9.9? Вот подается PQER информация. И что выходит здесь? Это надо определить. Вот выход. Тут всего 7 элементов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Из них первый, второй, третий, четвертый и пятый – это элементы И. Пять элементов. И шестой, седьмой – это И. Два элемента. И тут два отрицания. Треугольник. Два отрицания. Решение. В таблице 9 есть перечисленные входы, соответствующие выходы для каждого функционального элемента, соответствующие с нумерацией за рисунком 9.9. Соответствие нумерации 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот вентиль отмечено. 7 элементов здесь. Вот. Баку. Баку. И выход. Вот каждый выход. Это уже другой. Дальше составим схему. Первый. Баку попадает, и выход будет из произведения, то есть и конъюнкция. Второе. Смотрим схему. П полностью попадает и Q отрицанием попадает к второму. Это означает П и не Q. Также конъюнкция уходит. П не Q. Третий. И по произведению первого включается третий сигнал. Третий сигнал. Посмотрим схему. Да, вот произведение. И на этой точке попадает третий сигнал. И объединяется это произведение на третий. В результате выходит
Conafu e Canícia Cunhaier. Três países. Четвертый. Па, Ниху и Яр. И также здесь конюнкция у них получается. Сейчас посмотрим четвертый. Вот четвертый. Сюда попадает. Вот па полностью попадает. А Ниху попадает. Вот и так вот сами стоит. И Яр полностью попадает. Эта точка означает это проводи соединение. А если точки нет, значит они проходят, то есть не пересекаются. Вот здесь не пересекаются. Дальше пятый. Паку и не яр. Тоже конъюнкция получится. Паку и конъюнкция не яр. Пятый. Вот здесь он сюда приходит паку. И здесь не ер. Не ер выходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, дальше. Дальше выполняем таблицу. Пятый. Уже определили. Шестой. Шестой уже тут используется произведение 3 и произведение 4. Сейчас проверим. Вот. Произведение 3 на шестой приходит и произведение 4. Здесь отрицания ничего нет. И седьмой. Это на седьмой буквы произведение переделище шестой полностью. И по ку не ер. Это пятый. Их дизункция вот здесь. Дизункция рассматривается. Посмотрим, вот пятый. Сюда уходит. И шестой. Дизункция. То есть и блок. И отсюда выход. Таким образом, и для вычисления значений функционального схемы составили следующую функцию. На выходе схемы получится функция по конъюнкции. У конъюнкция Е. И дизункция П конъюнкция не У и конъюнкция Е. И дизункция П конъюнкция У и конъюнкция не Е. Вот эта функция выходит. С помощью таблицы определения. Диаграммы функциональных схем можно упростить, если разрешить функциональным элементом и или иметь не по два входа, а больше, но более впечатляющее упрощение можно добиться, если привлечь карту Карно для преобразования функции, полученной на выходе сложной схемы. Пример 9.9. Упростите функции, генерирующие схемы из примера 9.8 и найдите наиболее простую функциональную схему и ее реализацию. Вот это схема 9.8. Вот с помощью этих схем. Решение. Карто. Карно. Требуемое выражение представлено на рисунке 10.
Ona imi dvije pari mini termov для группировки. Для группировки. Сколько одна из них не видно при данном обозначении столбцов. Так, здесь первый столбик по конюнктуре. Следующий не по конюнктуре. Следующий не по конъюнктивнику. И последний по конъюнктивнику. И горизонтально ER и не ER. Где закрашено, это соответствует нашей формуле. Тут ПК ER. Вот в начале. И по Q не ER, вот последний. Дальше по не Q ER, вот середина находится. Вот таким образом составляется карта Карно. Итак, мы получили. Вот по Q ER конъюнкциями, дизъюнкция по ER. Когда общее умножить, можно вынести за скобки. Так, в скобке ER, дизъюнкция не ER. Это по логической формуле дает единицу целого. Остается так. И также берем ПКУЕР и дизъюнкция ПНЕКУЕР. Здесь можно ПНЕР за скобки. КУ и объединение, то есть дизъюнкция НЕКУ. Соответствует единица, остается ПНЕР. Это сводит функцию к выражению по конъюнкции КУ и дизъюнкция по конъюнкции ER, который в виде дистрибутивности и редуцируется как функция, как функции. И тут два по можно за скобки, скобки Q, дизъюнкция ER. Вот на самый короткий формула в этом случае. Более простой схема, реализующий функции из примера 9.8, показана рисунка 9.11. То есть вместо этого схемы прощая мы получим эту схему. Да, сразу попадает вот и блок у ER попадает сначала из блока, оттуда попадает и блок. В результате выходит по множной скобке у изменения ER. Вот такой схем. Вместо такой большой схем можно использовать последнюю схему. С помощью закона логики мы простили схему. Та схема, как будет работать, это то же самое работает. Поэтому можно упростить. Это облегчит создание какого-то детала или чипа компьютерного. Таким образом, некоторые схемы сначала собираются, потом с помощью закона логики упрощаются. Далее, при вычерпывании функциональных схем нет необходимости использовать все типы функциональных элементов.
как мы уже видели, множество скобки дизъункция и отрицание является полной системной функцией. То есть полной системной функцией. Поэтому мы можем построить любую схему, ограничиваясь функциональными элементами и нет. Более того, если по той или иной причине нам неудобно использовать большое число компонентов, мы могли бы использовать только функциональный элемент не и. Вот начало показывает последний скрипт. Дальше пример. 9.10. Начитывайте функциональную систему, реализующую болевую функцию по скобке Q, дизъункция E, используя только не и, не и блок. Решение. Во-первых, заметим, что это то, что надо платить, то есть оставить схему по нужной, то есть конечной скобке у дизъункции E равно скобке общей по не и скобке у дизъункции E и не и опять скобке по не и скобке у дизъункции E. Вот таким образом можно группировать. А во-вторых, Q дизъункция E равно скобке Q не и Q. Скобки закрывается не и скобки E не и E. Искомая схема показана на рисунке 9.12, который мы результаты получим. Вот функциональная схема, которую мы в результате функционального блока не и получили. Опа. Здесь блок и блок, но отрицание, поэтому считается не. Также здесь тоже блок и с отрицанием выходит не и. Здесь также не. Результаты попадают вот сюда. Какой-то блок. И здесь также выходит и отсюда. Другие не соединяются. И выходит такой же блок. И последний такой же не и блок. И результат выходит. Здесь. И это тоже дает то, что давали. Схема результат, который предыдущий 9.11. И здесь по виду видно, что 9.11 проще, чем остальных схем. Но здесь только используется одного элемента для построения схемы. А работа схемы та же. Такой же результат получится.
Только не используй на одной схеме здесь. Наполни на 4 функциональные схемы. А, скобки Q, Z, C, U. Значит. Теперь вот можно по схеме проверить. По этой схеме мы. И с ним здесь топ подаем. И Q на топ. Там же подаем. Единица. И Z ничего не подаем. Результаты здесь уходят. Единица уходит. Единица умножена на единицу уходит. Результат это произведение будет равно. Чему это? Так. Единица будет равна по такому логике. То есть по этой схеме это означает, что проходит. Точно такой же уровень на кухне. Топ можно не подавать, но на нет можно подавать. Такой же результат получится. А если на всех давать единицу, тогда здесь ноль получится, и здесь единица. А произведение будет нет. В таком случае двоичный склад. Если логически считать, тогда единица выходит. Единица сумма единицы выходит, потом единица. Логика. А тогда выходит единица. И таким образом можно посчитать, как работает схема. Но это для составления схемы, это облегчает. Не схему, здесь надо определить функцию. Для определения функции можно использовать как-то карму. Это облегчает работу. Единица. Дальше, для получения, если нет аритмического мультипликатора, тогда можете использовать эту таблицу в таком виде. Надо сначала на эту схему понять, сколько элементов, надо посчитать. У нас 7 элементов схемы. Поэтому мы вентили взяли 7 вентилей. Каждый вентиль один мы посчитали. С помощью предыдущего. У первого, второго, третьего выходит. Пять, что? Пять выходит. Отдельно стихает. А дальше уже объединяется. Шестой, седьмой. Это можно видеть на схеме. Первая схема. Отдельно выходит. И сюда на третий попадает. Тоже отдельно. Вторая схема. Также. Это один прямой соединение. Второй соответственно соединение. И прикол на 4. Так туда попадает 5 на 4. А не 3. 17. Тоже отдельно схема. На Е, здесь не отрицается, и по первой схеме уже попадает на пятый. Это уже использует схему. Пятый. Первый Е. И еще используют две схемы, 6 и 3 и 4 схемы используют. В результате последняя схема 7 использует тоже две схемы, предыдущие 5 и 4. Потом новый пункт. Ну и здесь можно подавать каждый свой новый. Единицы можно подавать. И здесь тоже единицы можно подавать. Что выходит? Давайте попробуем проверить.
Единицы. Далее здесь единица, единица. А произведение будет единица, а не блок. Здесь единица входит. Здесь единица, здесь отрицание ноль, произведение будет нулевым. Дальше. Вверх. Вот сюда попадает, тут единица, единица, единица выходит. А Е попадает сюда, здесь единица, а здесь ноль. Здесь ноль выходит. Дальше. Здесь произведение выходит единица, сюда попадает. Здесь Е не отрицает, ноль выходит. Произведение будет равно нулю. Таким образом, здесь двух результатов 4, 5 будет равно 0. А 3 равно 1. Они попадают в блок 6. Блок 6. То есть 4 попадает в блок 6. Единица и дизъюнкция 0. Выходит единица. Здесь выходит единица. А здесь выходит, только что мы посчитали, 0 выходит. И попадает на цифру 2. Опять здесь единица и дизъюнкция 0. Выходит единица. Таким образом можно посчитать о схеме, когда мы даем сигналы. И здесь на 3 входят, дали все единицы. Теперь можете это местами поменять. На П можете 0, остальные единицы. Потом на Q 0, остальные единицы. И последний на Е 0, остальные единицы. И на 2 можно также подавать. По Q 0, Е единица. Или Q Е 0, по единице. Или по меру 0, единица. Такие сигналы можно подавать. Тогда как работает эта схема. Можете определить. Вот основные действия по схемам. На информационной системе это как раз нужно. Сейчас роботы сделали направление, начинается на производстве науки и тоже используют эти схемы. Ну, у нас нет таких официантов. В Японии есть ресторан, там робот. Меню показываете те блюда, которые вам хочется есть. Они запоминают сразу глазами и скажут: подождите, и вези. 3, 3, 5. Так мы сможем готовиться к блюду. После отправленного времени сразу несут еда. И скажут, что у вас такой же счет. На вашем столе есть электронное табло, там добавляется. Сейчас у нас магазины тоже карты используют, такой же карты я оплачу. Так, спасибо. Ну, пока у нас не вышел, сейчас это электронные машины делают. Вместо бензина используют батарейки. Заряжаешься.
Попозже с кем я работаю там. Или впереди идут к местным опять. Вскоре опять один делает электронный водитель. На месте водителя никого не будет. Робот только работает. У вас будет датчик. Называйте ночник свой. Приходи его в подъезд. 9:00. 9:00. Приходит, вам дает сигнал. Я иду. Садитесь на вашем, указывайте, куда идете. Направление. Скажет. У нас через 15 минут будем там. Посчитайте. Учитывая пробки. Таким образом будет. Когда приедете в эту организацию, спрашиваете, мне здесь такие прямку пойти. Если у вас быстрая работа, где-то 3-2-3 минуты до меня, тогда вы не будете ждать каждый пять. Если после 5 минут не прийти, то как раз уже уходит на стоянку. А что вы выбираете? Вот такие системы вводят сейчас в мире. Когда вам скоро покупать еще машину, водительские права не продают. Но это не простой задача. Задача. Надо. У нас карты есть, я ее отправлю. Но в городском условии можно это использовать. А не в городе это правильно. Поэтому дорогу надо ставить по стандарту, который электронный штаб. Он правильно ставит или нет? Встречными руками. Мы находимся. Такие моменты рассмотрим. Ну, здесь они все работают в заранее составленные программы. Ваша задача составить правила. Время плачет.